Украина упростила получение документов для граждан, что живут в оккупации. Теперь те, кто потерял паспорт или кому пришло время получать его впервые, могут оформить документы, никуда не выезжая. Кто и как может это сделать? Рассказываем в этом видео. Украинский кабинет министров начал тестировать новый сервис для жителей в оккупации. Теперь можно получить временное удостоверение гражданина, это аналог паспорта, никуда не выезжая. Эксперимент будет длиться 2 года. Его цель – помочь гражданам восстановить свои украинские документы через родственников или доверенных лиц. Временное удостоверение выдают, если паспорт был утерян или уничтожен, или если его еще никогда не получали. Удостоверение дает гражданину такие же права, как и паспорт, до момента оформления самого паспорта. Услуга доступна двум категориям граждан. Тем совершеннолетним, кто потерял украинский паспорт, и несовершеннолетним, которые еще не успели его получить. Обратиться в миграционную службу могут родственники или официальные представители, которые находятся на подконтрольной территории. Удостоверение дают по обращению одного из родителей или усыновителей, законных представителей одного из супругов, совершеннолетних, ребенка или внука, родного брата, сестры или по официальному обращению Министерства реинтеграции. Заявка подается в виде анкеты, а получение временного удостоверения бесплатное. По правилам на оформление документа уйдет до 15 дней с момента подачи заявки. Его должны передать законному представителю. Действует временное удостоверение до момента получения нового паспорта. Также удаленно можно оформить и украинское свидетельство о рождении ребенка. Для этого нужно отправить письмо по электронной почте на Министерство юстиции Украины. Туда добавить заявление в свободной форме о том, что вы просите выдать свидетельство о рождении ребенка. Там должны быть данные о ребенке, полное имя, дата и место рождения, а также данные о родителях, их место жительства, имена, гражданство. К заявлению нужно добавить скан-копию или фото паспортов родителей или одного из них, свидетельство о браке, если оно есть, и медицинской справки о факте рождения ребенка. В ответ на это заявление вы получите письмо с электронной копией свидетельства, а оригинал на подконтрольной территории смогут забрать родственники или законные представители. Напоминаем, что российская раздача паспортов в оккупации не прекращает ваше украинское гражданство и все права, которые есть и у других граждан Украины. Подписывайтесь на канал Реальной газеты, чтобы видеть больше таких полезных роликов.